Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей, продолжаем мы проходить медиума, вторая серия, поковырялся я в настройках, посмотрел, даже погуглил, что к чему, что почему, зачем и как, в общем-то, отзывы-то не очень-то такие хорошие, типа из разряда... Есть кто дома? Похоже, нет. Отзывы-то... Не очень хороший в том плане, что игра не оптимизирована даже на... Привет из Нивы. Из Нивы, наверное. Тебе бы тут точно понравилось. Тут замечательная комната отдыха для детей, бесплатные уроки рисования, очень много семей. И сама гостиница просто огромная. Никогда такого не видел. Жаль, что ты далеко. Скучаю. А, это тут написано, понятно. Вот, продолжаю. Мол, на 3080... А что с жалюзями? Игра... лагает. Какого? Hello? Эй! Томас? Томас? Да это, бля, зомбак какой-то. Ну, а чё ждать? Дорогая игра, покупаешь ее. Должен сидеть, ковыряться в настройках, чтобы настроить. Я не говорю про свою систему, я говорю про систему в целом. У людей ведь там вообще мощные компы. Главное, ворота были заперты. Нужно было найти другой вход. Вот, и... Ты собираешь... комп себе за сотню, а то и несколько сотен тысяч рублей. Потом получается, что ты должен сидеть и настраивать игру, чтобы она у тебя, блядь, не лагала. А не пошли-ка бы вы нахуй. Это я сейчас не только про эту игру. Игра эта мне пока в целом нравится. Я просто про то, как работает. Потом, типа, ждать обновлений, чтобы это все заработало. You wanna keep me out, Neva? Не хотят пускать меня. Сама залезу, да? Ну вот тут вот. We're gonna have to do better than that. Тогда тебе придется. Я и туда смотрю. Пройдите вглубь дома отдыха. Not a whole lot of да заткнись ты, мало кто знал о Неве. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just... Но затем он просто закрылся. И возникла городская легенда о резне в доме отдыха Нева. Детали разнились в зависимости от рассказчика. Свихнувшийся персонал, древние проклятия, обычный набор. Ну, нет, нормально вроде. Немножко просаживалось. Ну и сейчас немножко проседает по FPS. Но я думаю, что ладно это. Пока не сильно критично, пока всякие неожиданные скримаки нас не будут, если, прикинь, скримака, игра подлагивает, это будет не очень страшно. Выяснил я, польская эта студия все разработала. А если мы пойдем налево... А тут прям... Что это за памятник? А чё ты не применяешь свои экстрасенсорные способности? А когда мы уже попадем во второй мир? Это уникальная система. Ужас! Какие же люди иногда сволочи? А потом удивляются, что история ничему нас не учит. Прочесть. Память о жертвах Второй мировой войны 1935-1945 сыновьям и дочерям Родины. Здесь покоятся павшие, могилы которых стала вся земля. Прикольно. Ну не прикольно, а... прикольно, что так сделали. Но то, что краску, блять, на нее бросили, это, конечно, да. Я с тобой согласен.
тут она не применяет, короче, свои эти, только бегает. Я так понимаю, что это все в варианте того же квеста. То есть хоррор, написано психологический хоррор, но скорее всего тут больше будет загадочек. Подлагивает, не подлагивает? Вроде на записи норм. Это она, главная героиня Сибирь. Не помню, как ее зовут, звали. Мячик. Был мячик. Hello. О, привет. Это детские следы. Подожди, а нам по ним идти? Я не хочу с призраком ребенка играть. Подожди. Это работает только здесь. Может, я что, это пропускаю? Да нет, вроде ничего. Идем дальше по следам. Следы здесь обрываются. Нет, не обрываются, продолжаются. А можно и бежать? Во. Че-че-че-че-че-че-че-че. Там, мне кажется, было действие, нет? Нет. Я так понимаю, что отсюда, из этого коридорчика, мы никуда не денемся. Камерой тут управлять нельзя. Да, подожди. Что это было? Нет, не что это было, что это? Т плюс К, 1968 год. Нет. Побежали дальше. Подожди. Вот мать, куда ты прешься? Какая интуиция? Сидела бы дома, похоронила отца спокойно. Вон, рука, вижу. Подожди, подожди, стоп. Призрак ребенка, это, конечно, прекрасно, а тут что? Тут ничего, туда даже камера не поворачивается. Блин, так непривычно, что камеры нельзя управлять, просто бежишь и все. Ты... какой-то старый форт. Попробуй войти здесь. Ну так попробуй. Тебя что, девчонка просто так ведет? Тут ничего нет. А может, не стоит в старый форт ходить? Ну ладно. Кстати, причем особенно сильно... Я не слышал нигде об этой игре. Я ее увидел. Давно еще приметил. Внимание! Реновация приостановлена в связи с планируемыми археологическими раскопками на месте обнаружения останков. Понятно. Тут есть что-нибудь? Тут нет. Следы ведут туда. Но мы пока не уйдем. Тут за всякие находки ачивки дают. Собираем с тобой все ачивки. Здесь что-то произошло. Да ну, бля, похоже на обвал, прикинь. Если остановиться? Нет, не поползет. Что с тобой?
все, он нас перекинул в другой... Разделение мира надвое. Что же, если это место хотело... Короче, что это место хочет поведать мне, мне ничего не остается, кроме того, как выслушать его. Что это место хочет рассказать. Это называется вырви глаз, блядь. Смотреть и туда, да? А вот теперь подлагивает игра. Видимо, за счет второго мира. Ой, блядь, там какие-то закоулки, а тут что? Ты, короче, как хочешь, я буду... Мертв. Как и все здесь. Сфокусироваться на мире духов. Фокусироваться на реальном мире. Ну что-то не то, ни другое. Идем сюда. А я забыл, она бегать же может. Так, там что-то лежит. Новое знакомство. Жуткие рисунки. А ты не поворачиваешься? Ну ладно. А чё ачивку не дали? Туда мы не пройдем. Я краем глаза пытаюсь еще и налево смотреть, а вдруг там что-то произойдет. Сделано интересно, но непривычно. Так. Там еще какой-то заворот был. Я все-таки посмотрю, что в главных воротах. Мне кажется, они закрыты. Нет, они не закрыты. Блядь, не знаю, куда идти сейчас. Мне не хочется, чтобы так сейчас раз. И катсцена началась. А мы что-нибудь пропустили в каком-нибудь закоулке. Какую-нибудь записульку. Этому месту было много лет, и оно пропиталось чужой болью. Неудивительно. Тысячи лет накладывают свои отпечатки. Но даже в кромешной тьме может мерцать луч света. А как? Одинокий, хрупкий, ждущий того, кто в нем нуждается. То есть неважно, куда я нажму, они и та будет ползти. Ну вот мы за лучиком света и пришли. Главное, не упади вниз. А то все, смерть. Какие-то статуи. Че? А, это назад, наверное. Впитывает энергию. Я задумалась, от кого она там осталась? От солдата, умершего с именем любимой на устах? А может, радовавшегося кого? То есть все, да? С этим я больше ничего сделать не могу. А, может быть, стоп. Ну очень странно, что-то не туда, ни сюда. Ну потелебонькали ее, ладно. Ползти-то будем? Да все ж, можно отойти. Туда, мне кажется, она дольше ползла. Какие-то грибочки у нее растут. В любом случае, мне она помогла пригодиться. Энергия всегда энергия. Энергия всегда энергия. То есть... Ох,
Ого, получилось. Так держать, Марина. Марина, блядь, Мариана. Мои способности. Порой они доставляли мне немало проблем, но иногда от них было много, я буду додумывать, пользы. И что, может еще зарядить? А может уже и зарядил. Короче, ладно. По-любому что-то начнется. А, все, вернулись, да? А теперь могу энергию? А, нет, видимо, не могу. Сразу магия. Я существовал сразу в двух мирах, но ни один из них у меня не был настоящей жизни. Ни в одном из них. В первой серии хотел сказать, вот нормально субтитры переключаются. Я ошибался. Не всегда. Прочесть. Осторожно, огнеопасно. Но я не думаю, что тут открытый прям большой мир. Будем бежать по следам. До кат-сцены, я думаю. Говорит мне идти куда? Ну, я думаю, нам налево. О, что с тобой случилось? Шея треснула. Нет? Чем мы сюда зашли, мертвого оленя посмотреть? Блять, ты не застревай, ты в пеньках. Над ней как будто фонарь. Ну и где скрематарий? Есть дорога на... право. Тут следов нет. Я назад уже пути не найду, этот факт. Какого черта? Мартышка. У меня тут мурашки по спине пробежались. Дичь какая-то, блядь. Я надеюсь, возвращаться-то не надо будет. Туда нет прохода, сюда нет прохода. Девчонка, видимо, на лавке решил посидеть. Короче, зрение. Идем по прямой, все. Ой, наверное, да, не то. Там направо был проход, не был. Вот я про это и говорил. Ну, наверное, можно и назад вернуться. Это... А, все. Нива или Нева? Опять? Ага. Вот это прикольно. Бля. Что же это такое, Нива? Она говорит, Нива. Аура этого места. Я сталкивался с подобным, но здесь она была невероятно сильной. Это было целое кладбище воспоминаний, эмоций, и не самых приятных. Подожди. Меня интересует... Ты, бля, откуда вылезла-то? Один вопрос. Мы можем назад вернуться?
А, подожди, как? Заметки, предметы. Пройдите вглубь дома отдыха. То есть нам туда, очевидно. Тут непроходимые кусты, мы там не пройдем. Давайте какой-нибудь жесткого экшончика, что ли. А то эти ролики там прям экшоном сыпали, а тут что-то пока нету. Я бы... Стрелка. Следы есть? Да, следы есть. Мне просто интересно посмотреть, имеет ли смысл вообще в какие-то закутки заходить. Ну, там найдем какую-нибудь, ну, ачивку получим. Это же тоже время. По сути дела, если игра линейная, видишь, не дает особо сильно куда-то сворачивать. То и нахера? Ну, завернем. Ну, без ачивки там останемся. Бегал бы ты побыстрее, был вообще... Цены бы тебе не было. Я так понимаю, мы можем оббежать кругом и что-нибудь, возможно, найти там. Но это пустая парковка пока что. Да ёпты. Я просто смотрю вверх, не смотрю, куда бегу. Вроде примерно ясно. Нет, там дерево. Ничего мы кругом не обойдем. А тут что-то написано. Не будешь читать, ладно. Вот следы. Я вообще на самом деле... Тут следов нет, но нам очевидно в эту Ниву идти. Классики. Я что-то чувствую. Что ты чувствуешь? Ребенок играл в классики. Попрыгать не желаешь? И непонятно для чего действие. Ну вот посмотрел следы. Все. Или туда сходить? Чуть неохота. Добро пожаловать в Ниву. Войдите в гостиницу. Ну, короче, пошли в гостиницу. Да, позвоним кому-нибудь сначала. Ебать. А можно мне, я не буду отвечать. Вряд ли мне звонят. Удерживать. Тихо. То, что осталось. Нет. Тут определенно что-то есть, поверь. Вы не зря меня сюда отправили. Да. Это просто дело времени. Ого. Слушай, эхо. Даже у предметов здесь были ауры. Когда я касалась их, то могла ощутить их прошлое. Слова, образы. Отголоски эмоций. Ты договорил? Да прикольно. Ну, тут опять же таки... Можно тьму ачивок собрать, если исследовать. Я так понимаю. Вряд ли они как-то на ход сюжета сильно повлияют. Так это вход. Нет, все-таки давай просмотрим что-нибудь. Может, найдем еще интересного. Да. Найдем упавшее дерево. А через центральные... Да ладно, ты отдышись, пошли.
Ну вот следы. Ох, ну погнали. Я так понимаю, что обратного пути нет. А там цепь висит. Ау, здесь кто-нибудь? Anybody in there? Locked. Заперто? Ну конечно. Надо искать другой путь. И нам без палева показывают на другой путь, да? Ручки нет. Черт, ручки нет. Может, удастся что-нибудь, чем-нибудь ее заменить? А там что? Что ж, я уже наловчилась взбираться на мусорные баки. Печаль. Что? Смех детский был. Что? Ты, блядь, тупая, что ли? Ты вроде медиум, а не я. Нам надо найти что-то, что может заменить дверную ручку. На парковке, на заброшенной. Знаешь, что может заменить дверную ручку? Ручку? Камень, блядь. Которая разобьет стеклянную дверь. Ой, пиздец. Мы влево ходили с тобой. Пойдем направо. Короче, направо мы ходили, идем налево. Будем бегать по стрелочкам. Что здесь прочесть? Дом отдыха Нива. Открытие лета 1969 года. Первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Владислав Гамулка посетил Краков и принял участие в церемонии открытия дома отдыха Нива. Нового досугового центра. Теперь рабочие малопольского воеводства смогут вместе с семьей провести отпуск на лоне природы. Главное, здание и коттеджи оформлены с простой и минимализмом. Свойственный духу философии социализма, руководство благодарит господина Раковича, главного архитектора, будущего администратора и активного партийного деятеля, без которого строительство Нивы было бы невозможно. К 25-летию со дня основания Польской Народной Республики. Чтобы вы понимали. Так, бежим налево, бежим вот тут по стрелочкам. Направо по стрелочкам мы нашли классики. Налево по стрелочкам вот машина стоит, и мы здесь найдем... Привет, старина! Что такой красавец делает на этой свалке? Вон там лежит какая-то ручка. Так, еще какая-то открытка. Честная работа. Прочесть. Любимая, лето в самом разгаре, дом отдыха забит до отказа. Сама понимаешь, работы у меня по горло. Но это хорошая и честная работа. Господин Ракович сказал, что я ценный сотрудник. Представляешь, в этот раз я не подведу, обещаю тебе. Ебать радости. Надеюсь, ты не против, если я пороюсь в багажнике. Да хули ему быть против, у него глянь. Пропердели всю сидушку. Так, отверточка. Тут ничего нет. Дур. Хотя вот, это мне, пожалуй, пригодится. Черт! Что за черт? Машина пипикает? Может быть, это дух ее? Ну тут всякие бабочки, у бабочек какие-то есть всякие ништяки или что-то типа того. Ладно, мы нашли. Че? Прочесть.
Новые горизонты. Программа «Энергия Буран». Новый советский космический корабль готовится к взлету. Понятно. Павел, стой. Может быть, на нем какой-то есть след, отпечаток? Что-то блестит. Но нет. Даже ачивку никакую не дали. Это мусорный контейнер. Да, тут сто пудов зомбаки. Похоже на зомби-апокалипсис. Туман еще какой-то. Все как надо. Но мы скоро проберемся туда. Прикинь, отвертка стекло разобьет, скажет. Все, я нашла. Хотя вон, блядь. Тихо, че? А, кажется, там есть разбитое окно. Вот только как до него добраться. Чего мы сейчас будем взламывать дверь для того, чтобы выкатить оттуда мусорный контейнер? Что ж, великое ограбление бака 1999 года. Ну давай тут не проседай, блядь. Великое ограбление. Ну тут что-нибудь ценное должно валяться. Ну нет, так нет. Что прям такой тяжелый? Да не ври ты. Нила, ты начинаешь меня доставать. Надеюсь, все это будет не зря. Мне кажется, ты зря вообще сюда затеялась ехать. Мужик тебе, блядь, позвонил. Разбей вот эти, скинь нижние. Конечно, блядь, нахуять надо. Че, волосы, что ли, нормальные стали? Ну нет, я погорячился. Не прыгай. Повисни на руках, сползи спокойненько. Подвернул ногу и все, конец игры, блядь. Ее съели призраки. Войдите в гостиницу. Поищите Томаса. Какие-то голоса поползли. Во. Нашел. Крики ужаса. Люди бегут в панике. Да, ботинок так прикольно крутится. Значит, это правда. Резня в доме отдыха Нива. Нужно поскорее найти этого Томаса и убираться отсюда. Надо было просто забить хуй на этого Томаса и ничего не делать. Ага, мне показалось, там поворот за ворот. Hello? Здесь кто-нибудь Anyone? Есть? Томас? Томас? You there? Вы здесь? Ответь сама себе на вопрос. Он здесь? Прочесть. Весна. Новости, информации, полезные советы для современной женщины. Колодцы предков. Новые детективные романы. Очень интересная история. А... прочесть. Подожди. Прочесть. А нет никаких перелистываний. Просто... это уже третий читабельный предмет, который мы берем. Была книга, вот один журнал. И все. И никакого смысла в этом нет. Прочесть.
путешествуйте стильно, путешествуйте удобно. Блин, на этом невозможно путешествовать удобно. Про стильно я уже говорить-то не стану. Но агитация такая агитация. Что здесь? Прочесть. Утенок. Польские легенды. Вавельский дракон. Почему у меня выпадают зубы. Снова в школу. Загадки и кроссворды. И многое. Конечно же, блядь, другое. Тут жуткие рисунки. Опять ничего нет. Тут, может, типа, собери все журналы. Стань счастливым обладателем всех мурзилок. Лобби, ресепшн, дейри рум, пул. Я не запомню все равно, поэтому пойдем на ресепшн. Так, дверь, конечно же, закрыта. Наверное, этот мужик звонил из другой вселенной, параллельного этого мира. Сто пудов. Ну, тут вряд ли будет кто-то живой. Ну, или как минимум адекватный. Что-то вот там свет мигает. Лифты. На второй этаж или... А, разбежался я. Прочесть. Комната отдыха. Самое безопасное место для ваших детей. Нива. Газовая комната. Самое безопасное место для ваших детей. Чё... Ресторан Нива. Народный выбор. Ух. Совком запахло. Чувствуешь? А тут лестницы нет. Я разогнался наверх. Наверное, в параллельной вселенной что-то там может быть и есть. Игра нас сильно не отпускает никуда. Прочесть. Звезда Большого театра. Вивьен. Партийный дом отдыха Нива. Мне кажется, в любой игре какая-нибудь звезда, певица, не певица, танцовщица. И всех зовут Вивьен. Так, что здесь? Прочесть. Незабываемый отдых на берегу озера. Бабка там на катамаране хуярит. А здесь чего? Повышение. Так, читаем дальше. Солнышко, я знаю, что обещал приехать, но тут такое дело. Представляешь, меня повысили. Да-да, ты все правильно прочла. Я теперь начальник отдела персонала. Кажется, теперь можно начать новую жизнь. С чистого листа. Теперь у меня будет свой дом. Ну и у тебя, конечно. И у наших детей. Понимаю, это все очень неожиданно, но ты только представь себе. Твой... Ты дурак. Какое нахуй повышение? Какой дом? Какие дети? Так, курилка. Ну, вроде все осмотрели. Ну, давай, скримани. И опять цепь. Нам нужен болторез. О, фонарик. У меня, кстати, такой был в детстве. Hello? Эй, эй. Томас? Томас? Ты сама видел, что тут за пиздец происходит в параллельной вселенной. Спокойнее, Мариана. Это самый обыкновенный дом с привидениями. Успокойся и подойди к стойке. Действительно, там, блядь, посетитель уже в колокольчик обзвонился, а ты все, блядь, тут лазишь, пугаешься. Ну-ка, сейчас я перетащу в другой мир. Бля, опять мячик. А мы главное, чтобы тут не было кукол. Для меня в ужастиках самая страшная кукла, блядь. Волосы дыбом на затылке от них встают. А остальное все ладно. Сейчас возьмет. Ah!
Привет! Ох, привет! Ты меня напугала! А где твоя рука? Хорошо получилось, да? Ты аж подпрыгнула, ха-ха. Я печаль. Марианна. Печаль? Это твое имя? По-моему, это вполне жизнерадостное. Ну, я понимаю только его. Друзья звали меня как-то по-другому. Но я забыла, как именно. Твоих друзей? Да, у меня тут было много друзей. Но... теперь их больше нет. И сейчас как она даст печалиться. С ними что-то случилось? Я не хочу об этом говорить. Ну хорошо. Ты тут живешь? Совсем одна? Угу. Не представляешь, как мне бывает скучно. Представляю. Раньше здесь, наверное, было... о да, куча народу. Постоянно приезжали и уезжали. Всегда было с кем поиграть. Наверное, было весело. Ага. Но теперь нет. Ну... расскажи, что случилось? Я помню. Люди перестали приезжать. Осталось всего несколько человек. Но и они стали очень грустными и злыми. Они могут обидеть тебя. Спасибо за предупреждение, но я могу за себя постоять. Послушай, а ты не видела тут... Марианна? Что? Ты поиграешь со мной? Хоть немножко. Чуть мне жутко от твоих игр. Со мной так давно никто не играл. Хорошо, хорошо. Но сперва помоги мне. Да. Конечно. Марианна, я ищу человека по имени Томас. Ты его знаешь? Дай подумать. Я слышала это имя. Но вот где? Не торопись. А, точно. На третьем этаже. Давай искать там. Пойдем. Постой. Я туда не пройду. Но тут пройдешь. Черт. Надо как-то туда подняться. Вот второй мир пролагивает. От печали до радости. Встретиться с печалью на третьем этаже. Давай тогда с печалью уже в следующей серии повстречаемся. Но я думаю, что это какая-то западня. На этом мы на сегодня закончим. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.